Всем привет, большие, маленькие и не очень большие, и не очень маленькие любители танков. Сегодня с вами Тури и Т-37. Это славное продолжение ветки Чафика. Американский легкий танк уже 6 уровня, Чафик был 5. И Чафик у меня есть даже, по-моему, видео, посвященное Чафику, достаточно неплохое. И сейчас я прям, вот, грубо говоря, с места в карьер взял самый сильный из токового Т-37. Здесь он у нас представлен в самом высоком виде. Пушка и движок нам достались от Чафи. Но это нас не останавливает, на самом деле. Я, в общем, не знаю, что так сильно портит танк в стоке, разве что если это не Фердинанд. Вот Фердинанд в стоке — это кошмар. А все остальное — это, в принципе, достаточно терпимо. Мы встаем в кустик, целимся и понимаем, что нам надо будет помочь нашему старшему брату, тем более мы уже не светились. Старший брат у нас стоит наверху, здесь у нас без нашей помощи 3485 разберут. Я понимаю, что я постоянно в свете, у меня другого выхода, собственно, нет, кроме как выехать, и бульдог отвлекает его. Нам приходится прям стрелять на поражение. Как вы видите, у нас попадает 50. Ни разу у нас не попало, и это он не может не радовать, хоть мы потеряли 286 кп. Запас прочности у нас все еще есть, больше половины, и мы подкатываемся, чтобы засветить здесь КВ-2, ну и может быть кого-то еще, кто там таится в кустах. 2 Е-25 залезли на гору, мы светим КВ-2 рентгеном в надежде на то, что наши друзья-товарищи нанесут им достаточно хороший урон. И мы здесь подкрадываемся, пытаемся сделать, но, к сожалению, пушка все-таки чуть-чуть не хватает. Но мы не унываем, абсолютно пытаемся выцелить какие-нибудь не слишком защищенные. Да, попадаем в глушку, попадаем. И КВ-2 отправляется у нас в ангар, тоже, кстати, стоковый. Не знаю, было ли меня видно, но почему-то никто из тех, кто мог у меня пострелять оттуда, вот, где находится 150, никто меня не стрелял. А вот, собственно, и сам 150-й. Я подождал, и он смотрел в другую сторону, он не успеет меня свестись. Это совершенно точно, я отъезжаю за домик. И жду, пока пропаду из-за света, и планирую выехать с задней части домика, где он меньше ожидает меня видеть, да, и подсвечиваю его. Он хоть и смотрит на меня, но явно не успевает на меня свистеть. Я не понимаю, почему наши товарищи не стреляют, сношу какой-то сарайчик. Стреляю, попадаю в гусеницу, судя по звукам, повреждаю ее. Смотрю, не видать ли там истри, нет, истри не видать. Ждем, пока пропадем из-за света. Опять же, выходим сзади. И тут появляется прям проблема перед нами. И не пробиваю я его. Но я видел, что там есть ИСО. Мы ей уже, кстати, достаточно неплохо наваляли. И, в принципе, есть у нас шанс что-то с ней сделать. Мы ИСО не то, что не пробиваем, даже не попадаем. И здесь надежда на то, что 150-й промахнется, так оно и происходит. И все, не обращает внимания. И я собираюсь сделать то, что, в общем, я должен сделать в этой ситуации. Выстрел 150-го оставляет нам копейки прочности, но тем не менее, что должен делать легкий танк против тяжелого? Конечно же, каруселить, еще раз каруселить. И он попадает мне в гусеницу, за что я награждаю его пожаром, который сразу, и еще несколькими выстрелами. И что, мы опять отходим за угол. Здесь остается один 50-й, я не понимаю, почему вот эти два товарища не могут забрать этого Т-150-го. Ну, тем не менее, наверное, у них какие-то свои планы. Я вижу, что он целится как раз назад, забирает еще одного красавца. В принципе, можно было выехать и дать ему под зад, что я примерно и делаю, и он не успевает развернуться в меня. Не успевает. Вот так. Да, мы наносим свой урон и забираем нашего недруга. Ну и что у нас происходит далее? Остается у нас достаточно большое количество противников. Их еще аж на целых 5.
Ну и наша задача сейчас первоочередная — найти артиллерию, которую успел забрать одного нашего товарища, и уничтожить ее. Здесь у нас Буратино, он светится. Я отстреливаюсь по нему. Прям рикошет от Буратино. Я предпочитаю не рисковать, потому что иногда, знаете, ну вы знаете, иногда самые неожиданные попадания от артиллерии происходят, и поэтому лучше не рисковать в такой ситуации. Я спускаюсь вниз и подкрадываюсь немножко с другой стороны. Забиваю один. И второй забивает Геопантера. Ну, в принципе, почему нет? Тоже неплохо. Главное, что забрали. И что? Что нам остается делать? Конечно же, окружать. И за счет своей динамики, мы все-таки легкий танк, мы стремимся наверх. Сделать как можно больше неприятного нашим недругам, попавшим в окружение. Конечно же, нужно еще хоть кто-то настрелять, чтобы получить как можно больше опыта для того, чтобы продолжить изучение этого интересного аппарата. Здесь я вижу Е-25, попадаю в него, ну и он, судя по всему, может заняться и мной, поэтому я откатываюсь чуть-чуть вниз, вижу еще одного Е-25, с вертухана не попадаю. Вообще куда-то заезжаю, непонятно на какую горку. Попадаю. Тут я подумаю, не сбить ли ему гусеницу. Гусеницу я сбиваю, но, к сожалению, без урона. Тут я промахиваюсь, ну и все. 1559 урона. Сейчас я вам скажу даже поподробнее. По моим разведданным, еще 1267 урона было нанесено. 34 выстрела, 21 попадание. Никакой голды мы здесь не использовали. Стреляли чем есть. Ну и по опыту 1208 у нас опыта обычного, или 1812 опыта увеличенного с премиум. Мы находимся на первом месте. Собственно, вот такой он, этот Т-37 в стоке. Могу посоветовать, аппарат интереснейший. Буду дальше изучать, и случится что интересного, вам покажу, расскажу. С вами был Тури, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем спасибо и пока-пока.